Всем привет, ребята. Доброго дня. С вами Милу, и сегодня мы играем турнирную игру в рамках турнира любимых замков Battle of the Favorites. Инферно против Флакса, против парня с никнеймом Silence. Темная лошадка нашей группы. Никто ничего про него не знает, но играет он, судя по всему, очень неплохо. Вот. Рестартов нет, потому что рестились мы вчера. Начинали еще вчера. Но был рест по встрече. И решили отложить уже игру на следующий день. При этом рестов, естественно, нет. То есть начинаем сразу то, что сдает. Да, тут, конечно, очень нужны нычки. Это даймонд. Здесь нужно очень быстро набирать темп. Желательно, чтобы на первой неделе уже была какая-то пробивная мощь. Чтобы можно было потихонечку начинать трэжи чистить. Какие-то ульи собирать там и так далее.